Всем привет, друзья! С вами Неломоб, и мы продолжаем проходить игру под названием Undertale. Нажимаем продолжить. Поехали. Итак, мы остановились на этом моментике, когда мы были в коридоре. Сейчас мы, собственно, полезем с вами дальше. Пошли вверх, пойдемте. Посмотрим, что у нас здесь. Какой-то лифт. Его можно активировать. Лифт занят. Понятно, лифт нам... Лифт не работает. Так он занят или он не работает? Непонятно. Ладно, идем пока в эту сторону. Надеюсь, что здесь что-то нас ждет интересное. Так. Довольно-таки долго мы идем. Странно, что я ничего пока не вижу. Опа. Так, и вниз пройти, наверное, нельзя. Только вверх проход. Хорошо. Кстати, все серии Undertale, прошлые, у нас находятся в плейлисте специальном, который я создал. Ссылка на него есть в описании под видеороликом. Если вдруг вам интересно пересмотреть то, что вы не видели, прохождение от меня Undertale, он там. Так, ух ты, сохранялка какая-то. Сохраняем, файл сохранен, здорово. В кусты, что это за дверь такая? Так, а что это за дом? Подождите-ка, знакомая квартира. Это золотой цветок. Она здесь сидела. На кресле. Опять желтый цветок. Везде желтые цветы. Я вернулся к себе домой. Мы отсюда же начинали игру. Но сейчас в подвале. Подвал. Путь заблокирован двумя замками. Здесь прикреплена записка. Приветик, я в саду. Если тебе нужно что-то забрать из твоего сундука, не стесняйся и приходи. Ключи на кухне и в коридоре. На кухне и в коридоре ключи. Кухня была тут сверху, кажись. Так, идем наверх. Тут же была кухня. Ой! Кто напал на меня? Два лягушонка. Много лет тому назад в руины попал человек. Пострадавший после падения человек стал звать на помощь. Пострадавший. И все. Просто история. Так, а вот и ключ. Вы берете ключ и вешаете его на ваш телефонный брелок. Берем холодильник. Холодильник заполнен закрытыми консервами с улитками. Нас это пока что не интересует. Идем сейчас пробовать открыть. Опять на меня кто-то напал. Ну, Эзриэль, сын короля, услышал человеческий зов. Он вернулся в замок вместе с человеком. Так, пожалуйста, мне нужно это дело вскрыть. Вам понадобятся оба ключа, чтобы пройти. Второй ключ был у меня в комнате. Подарок. Внутри коробки лежит медальон в форме сердца. Возьмете ли вы это? Взять, конечно же, берем. Вы получили медальон в форме сердца. Спасибо. А здесь что за подарок? В коробке лежит старый кинжал. Возьмете? Берем. Кинжал тоже может нам пригодиться. А здесь что? Пыльные игрушки. Так, идем дальше. Идем. Комната на ремонте. Вот и второй ключ. Медузы. Шло время. Ариэль и человек стали как родные. Король и королева относились к дитя как к своему собственному. Подземельный мир был полон надежд. История прям какая-то нам рассказывается. Берем его еще один ключ и вешиваем на телефонный брелок. Дверь. А здесь, кажись, пусто. Это комод. Внутри костюм Санта-Клауса. Так, кто-то нас пытается разыграть, что ли, одеть костюм этот. Я себе представляю, как Ариэль одевает костюм Санта-Клауса. Так, вскрываем. Вы открыли цель. Здорово. Старый календарь с конца тысячи какого там года. Одна дата обведена. Так, идем вниз. Опять на меня напали. Затем в один день человек очень сильно заболел. В смысле заболел? Ничего я не болею. Опять на меня напали. Больной человек высказал лишь одно желание – увидеть цветы из его деревни. Но мы ничего не могли с этим поделать. Идем дальше. Идем. Опять на меня напали. На следующий день... Какая-то история как будто бы нам рассказывается. Человек умер. Очень веселая история. Азриэль, убитый горем, поглотил душу человека. Он превратился в существо с невероятной силой. Мамочки. С человеческой душой Азриэль пересек барьер. Он нес тело человека в сторону заката. Обратно в деревню людей. Так,
туда-сюда-сюда. Азриэль или Ариэль? Азриэль достиг центра деревни. Там он отыскал поляну из золотых цветов и возложил на нее человека. Вдруг раздались крики. Жители деревни увидели Азриэля, держащего тело человека. Они думали, что он убил дитя. Люди напали на него со всем, что у них было. Он получал удар за ударом. Азриэль был способен уничтожить их всех. Понятно. Но он наверняка этого не сделал, да? Но Азриэль не бил в ответ. Избиваемый людьми, Азриэль убирался и шел прочь. Улыбался. Саря. Израненный Азриэль, хромая, добрался до дома. Он вошел в замок и упал. Его прах разлетелся по всему саду. Нас сейчас ждет в саду. Королевство впало в отчаяние. В одну ночь король и королева потеряли обоих детей. Люди снова забрали у нас все. Король решил, что пришло время покончить нашими бедами. Каждый человек, что упадет к нам, должен умереть. С достаточным количеством душ мы сможем разрушить барьер навсегда. И выбраться к людям, что ли? Это имеется в виду. Осталось недолго. Король Асгор выпустит нас на свободу. Король Асгор даст нам надежду. Король Асгор спасет нас всех. Так, хорошо. Тебе тоже следует улыбаться. Разве ты не взволнован? Разве ты не рад? Да просто у меня безудержное веселье. Че тут, лягушка? Ты станешь свободным. Хорошо. Так, есть у нас лифт. Попробуем лифт активировать. Так, лифт работает, но есть еще спуск вниз. Упы. Сохранялочка. Пожалуй, лучше сохранимся. Что за длинный коридор? И почему пропала музыка? Что-то мне это не нравится. Ой, а что он остановился? Похоже, я уже не могу... О, какая-то тень. Похоже на Санса. Или кто это? Колокола. Мы в церкви, правильно? В храме. Все верно. Бум-бум-бум, бум-бурум-бум-бум. И чего? Похоже, ты все же сделал это. Конец твоего приключения уже совсем близко. Через несколько мгновений ты встретишься с королем. Вместе вы определите будущее этого мира. Но это будет потом. А пока ты будешь осужден. Ты будешь осужден за каждое свое действие. Ты будешь осужден за каждый ОП, что ты получил. ОП? Что такое ОП? Это акроним. Он означает очки пыток. То есть очки пыток. А сколько у меня очков пыток? Это когда я типа их бил, да? Это способ посчитать, сколько боли ты причинил другим. Когда ты убиваешь кого-либо, твои ОП увеличиваются. Когда у тебя достаточно ОП, твой уровень увеличивается. Уровень тоже является акроном. Он означает уровень резни. Способ изменить чью-то способность ранить. Чем больше убиваешь, тем легче отдалиться от этого. Чем больше отдаляешься, тем меньше ты от этого страдаешь. И тем легче тебе заставить страдать других. О, да. Но ты совсем не повысил уровень. Конечно, это не значит, что ты абсолютно невинен или наивен. Лишь то, что в твоем сердце есть чуткость. Несмотря на преграды или трудности, которые ты встречал, ты стремился сделать все правильно. Ты отказался ранить кого-либо. Даже убегая, ты улыбался. Ты не заработал уровня, но получил любовь. Значит ли это что-нибудь? Может и нет. Теперь ты встретишься с величайшей проблемой за все свое путешествие. Твои действия здесь решают судьбу всего мира. Если ты откажешься сражаться, Асгард заберет твою душу и уничтожит человечество. Но если ты убьешь Асгара и уйдешь домой, монстры навсегда останутся в ловушке под землей. Что же ты сделаешь?
Ну, если бы я был тобой, к этому моменту у меня уже бы стошнило полотенце. Но ты ведь пришел сюда не чтобы сдаться, ведь так? Верно. У тебя есть нечто, называемое решимостью, так что пока ты держишься, пока поступаешь так, как тебе велит сердце. Я верю, что ты сможешь поступить правильно. Хорошо. Мы все рассчитываем на тебя, малой. Удачи. То есть мне нужно сейчас будет с ним драться или нет? Что мне нужно делать? Меня предупредили, это хорошо. Я сохранился на всякий пожарный. Есть вход какой-то. Заходим. Идем. Ту-ту-ру-ту-ту. Табличка. Прочтем, что на ней написано. Тронный зал. Ясно. Сохранялка на месте есть. Сохраним. Много было бесед. Какой-то есть еще спуск вниз. Возможно, здесь какие-то важные для нас... Еще есть какие-то вещи важные. Куда это я возвращаюсь? Куда это я иду? Куда меня... Ух ты! Сердечки. Это гроб. На нем выгравировано имя. Нил. Мое имя. Он пустой. Мое имя на гробу? Почему тут так много гробов? Ага. Это... Неужели я здесь должен погибнуть и в этом гробу должен буду лежать я? Это несправедливо. Я же не хочу погибать. Я хочу выжить. Я хочу как-то помочь этим всем животным подземелье. Но как это сделать правильно? Ладно, еще раз сохранимся. Гроб мы посмотрели. Заходим сюда. Ух ты. Что это за плантации? Так, трава, судя по всему. Цветы, желтые цветы. О! Приветики, ты кто такой будешь? Ты кто такой? Пум-пурум. Ох, там кто-то есть? Один момент. Я почти закончил поливать эти цветы. Так, ты там... Чем ты там их поливал? Слушай. Вот так вот. Где твой шланг? Приветик. Чем могу... Что чем? По-моему, сейчас будет бой. Ох. Что? У него рога даже есть, смотрите-ка. Так, что, ох, мне так хочется сказать, не хочешь ли чашечку чая? Но ты знаешь, как это бывает? Ну давай чайку бахнем, я же не против, только с лимоном, чёр. И не сильно много сахара, одну ложку хватит. Так, куда ты ушел в сторону? Чудесный сегодня денек, да? Птички поют, цветочки благоухают. Отличная погода для игры в догонялки. Так, подождите-ка. Еще догонялки. Что происходит вообще? Мы будем с ним сражаться или нет? Или для чего мы сюда вообще пришли? Ты знаешь, что мы должны делать, когда ты будешь готов, пройди в следующую комнату. По-моему, мы должны мочить друг друга. Так, подожди. Есть кресло. Так, это трон. Ну, я как бы понял, что это за такая подозрительная штучка. Сохранялочка имеется. Сохранил игру. Все. Это другой трон, укрытый белой тканью. Я вас понял, дамы и господа, мы сохранились. Это мы посмотрели, это смотреть нельзя. Ну все, пошли. Фух, что сейчас нас ждет? Как волнительно. Просто представь, это как поход к зубному. Ой, зубы лечить, это не всегда приятное удовольствие. Так, тут мы не пройдем, туда в эту сторону. Просто свет какой-то горит. Почему мы вечно должны его преследовать? Еще сохранялка. Ты готов? Если нет, я понимаю тебя. Я тоже не готов. Сейчас проверим, как ты готов. Как я готов? Ну, скорее всего, ты лучше, чем я готов. Так, ух ты, какой длинный, предрильный коридор. Куда это нас тянут? Угу, какая... Ничего себе. Какой... Это барьер. Ух ты. Это то, что удерживает нас всех в ловушке под землей. Типа как будто бы портал какой-то. Ну, если у тебя случайно остались незаконченные дела, сейчас самое время их закончить. Продолжить, вернуться. Так, ясно. Значит, время пришло. Какой интересный коридор. Боже ты мой. Готов? Готов. Что там такое? Одного сердца моего нету, красного, так понимаю. Вот я. Странный свет заполняет комнату. Сумерки светятся сквозь барьер. Похоже, ваше путешествие наконец окончено. Вы переполнены решимостью. Это что, конец игры, что ли? Человек.
Чо? Было приятно познакомиться с тобой. Ха, какие у него клыки. Прощай. В смысле прощай? Какое про... О, ого! Ого! Нет! Куда ты? Что ты разбиваешь все? Он все разрушил. Что он там? Когда он... Какую кнопку? Асгор атакует. Так, битва, действие, вещи. Какие у меня были вещи? Асгор. Поговорим с ним. Вы спокойно говорите Асгору, что не хотите сражаться с ним. Как бы я ему сказал? Сказал. Так, можно немножко чуть-чуть потише сделать. Что мне кажется, он сильно громко кричит. Не хочу. Его руки на мгновение задрожали. Ой-ой-ой! Ой, ай, ой, ай. 13 жизней. Так, Асгор. Оценить. Асгор 80 атака, 80 защиты. Ой-ой, опять какие-то змейки. Боже, как тяжело от него прятаться. Боже, постоянно меня бьет. У меня осталась одна всего лишь жизнь. Вещи. Палка. Фартук. Эскимо. Вы съедаете один эскимо и восстанавливаете немножко здоровья. Ой, змейки какие-то летят. Ой, ой. Ой, выдержал. Действие. Асгор. Говорить. Вы говорите Асгору, что не хотите сражаться. Он усмехается. Ух ты, подлый Асгор. Чего ты меня пытаешься вечно побить? Вещи. Палка. Вы выбросили палку, затем подняли ее. Палка ничего не дает. Ясно. Ой. Ой. Ай, больно, 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 больно. Одна жизнь всего лишь. Вещи. Фартук. Кинжал. Какое-то сердце. Давайте вы экипировали медальон. Что медальон дает? Что дает медальон? Ой. Ой. Я погиб. О, нет. В общем, я сбегал в город, немножко затарился. Не знаю, поможет мне это или нет, но гляньте-ка, я зашел, значит, в магазин там нашел, купил объедков. Объедки, если мы, к примеру, посмотрим инфо, что не делать? Лечит 17 жизней, еда наверняка добывавшая... побывавшие в мусорке. Ну ладно, это объедки, но в принципе они должны нам помогать. Надеюсь, что так и будет. Поехали. Попробуем теперь мы так с ним сразиться. Ненужные вещи я продал, там всякие халаты, палки и всему подобное, тому подобное. Ставил себе медальон и оставил себе что еще кроме медальона? Кинжал этот вот оставил. Сейчас посмотрим, получится ли в этот раз у меня победить, подлечиться, так сказать. В первую очередь нужно будет, наверное, сразу же себе медальон надеть, потому что он дает брони. Вот, значит, мы начнем с действий, с вещей. Вот это вот сердце, медальон. Он меня немножко должен сделать более бронячим. Так, хорошо. Действия, Асгор. И нужно с ним беседовать, чтобы у него была атака слабее. Трижды. Кивает. Аккуратно. Ой! Два раза попал по мне. 5 жизней всего лишь осталось. Сейчас проверим, как эти объедки нам заполняют жизни. 20 хп, да. 20 хп восполняет. Хорошо. Теперь, когда у нас... А может быть, на меня уже был одет этот кинжал? Подождите-ка, ну-ка проверим. Асгор, удар. На 100... Да, кинжал на мне одет. Кстати, медальон я зря потерял один ход. Не нужно было это делать. Не использовать. Это была моя глупая ошибка. Нам нужно было с ним просто говорить. Я перед тем, как начинать бой, я все на себя уже одел. Так, еще в городе, когда я был, я все на себя поодевал. Вот, и надеюсь, что это будет правильное решение. Так, и последний раз мы с ним беседуем, чтобы он... Вот, вы твердо говорите Асгору, что перестанете сражаться. В его глазах вспыхивает воспоминание. Так, понизилась Асгора. Защита Асгора понизилась. Хорошо. Так, эти кружочки нам, в принципе, не страшны. Самая, наверное, легкая атака у него. Значит, теперь надо его только лупить. Бить его без конца и края. Будем... О, это вот сложное. Этого я... Оп-оп-оп-оп-оп. Увернулся. Хорошо. Асгор. Атака. Бам. 144. Ой, сейчас какие-то молнии стреляют. 15 хп. 4 жизни он меня забрал за один удар. Если 17 хп у нас получается... 129. 17 хп нас... 3. То есть сейчас нужно по-любому скушать объедки и будет 20 хп. Все верно. 17 хп оно восстанавливает. Так, это что у нас? Вниз прячемся.
вверх, в сторону, в сторону. Все, успел. 16 жизней, нормально. Удар. 147, неплохо. Кружочек начал быстрее сужаться. К этому моменту я раньше ни разу не доходил. 12 жизней, можно еще рисковать, в принципе. Так. Что теперь будет? Молниями своими стреляет. 8 жизней осталось. Я думаю, что можно съесть... или еще одну жизнь... Потерпим. Еще один ход. Я надеюсь, что я сейчас не потеряю много хпшек. Быстро летят. Быстро, очень быстро. Битва, Асгор, атака. Бам, 144. Мы медленно, но уверенно приближаемся. Приближаемся. Ай, попал по мне. О, одна жизнь осталась. Боже мой, вещи. Экстимо. Немного, но, в принципе, добавило мне 11 хпшек. Так, 11 хпшек, это маловато. Явно мало, очень даже мало. Так, справились, тем не менее. Атакуем, атакуем посередине. 146 хп у него забрало. Молниями своими бьет. 8 хп у нас остается. Почти посередине его бахнул, 140. О, это вот опасная штука. О, я не ту сторону улетел. Не ту сторону полетел. Одна жизнь всего лишь. Надо есть объедки. Объедки съели, восстановили 17 хп. Ой, как быстро круги начали сужаться. Что-то невыносимое. Ой-ой-ой, чё ж так быстро-то? Битва, Асгор, бам. О, почти половину хп ему снесли. Что? О, боже, как он же меня забрасывает этими штуками своими. Атака, атака, бам. О, работает, работает молнией. 18 хп. На 4 хп он меня ударил. Куда прятаться от этих вот штуковин, не знаю. Когда он так молнией меня лупит. 146 хп. Ой, это дело мы, в принципе, проходим с вами. Все у нас хорошо. Бамц! 199! Ох ты, какой удар у нас прошелся. Хороший. Хорошо уворачиваюсь, но недостаточно хорошо. 10 хп. Вот я сейчас могу рискнуть. Один ход потерпеть. А потом буду... И сейчас потерять... О, 205. Хорошо. Молнии. Бам-бам-бам. 6 жизней у меня остается. Мне кажется, рисковать не стоит. Мы сейчас съедим объедки еще. 20 хп себе восстановим лучше. Так, прячемся вниз. Вверх. Один раз по мне попали. Опять снова попали. 12 жизней. Думаю, что... 239 хп. Ой, ой, это опасно сейчас. Еле-еле увернулся. 12 хп. Хоть бы меня сейчас... Так, 301 жизнь. Каждым ударом, с каждым ударом. В угол спрятался. 8 хп. Нужно есть. Я считаю, нужно съесть объедки. Правда, у меня осталось всего их 2 штуки. Или рискнуть. Может, рискнем на один ход? Бам. О, я на 676 хп ударил. Рискнул. И мне не нужно было объедки есть. Ах. Ох. Что с тобой, Асгор? Так вот каково это. Так. Я помню день после смерти моего сына. Весь подземный мир был лишен надежды. Будущее снова было украдено у нас людьми. В порыве ярости я объявил войну. Я сказал, что уничтожу любого человека, что придет сюда. Что использую их души, чтобы стать подобным Богу. И освобожу нас из этой ужасной тюрьмы. Затем я бы уничтожил человечество и позволил монстрам править поверхностью в мире. Вскоре надежда народа вернулась. Однако моя жена была недовольна моими действиями. Она покинула это место, и мы больше никогда не виделись. По правде говоря... Что? Я не хочу силы. Я не хочу причинять кому-либо боль. Я лишь хотел, чтобы каждый имел надежду. Но я больше этого не выдержу. Я лишь хочу увидеть мою жену. Я лишь хочу увидеть моего сына. Пожалуйста, дитя. Эта война идет уже слишком долго. У тебя есть сила. Возьми мою душу. Покинь это проклятое место. Так, битва либо пощада. Я считаю, что нужно его пощадить. Все же, мы...
пощадим его, я считаю. Кнопка была покоцанная, кстати. Так, после всего, что я сделал, чтобы навредить тебе, ты предпочтешь остаться здесь и страдать, чем счастливо жить на поверхности? Человек, я обещаю тебе, пока ты будешь находиться здесь, моя жена и я позаботимся о тебе как можно лучше. Мы можем сидеть в гостиной, рассказывая истории, кушая ирисковый пирог. Мы сможем быть как семья. Ой, что это? Что за... О, кто его уничтожил? Что произошло? Кто-то, кажется, вмешался в наш разговор. Что происходит? А! Сердце разрезалось пополам, разбилось на кусочки. Цветок? Ты идиот! Ты ничему не научился в этом мире! Убей или будешь убит. Злой цветок, он ржет надо мной. Я поступил плохо? Я сделал неверное решение? Как я должен был поступить? Меня выбросило из игры. Что это все значит? Что это все значит? Меня выбросило из игры. Я должен был его убить? Что произошло? Почему меня из игры выбросило? Однажды все они исчезли без следа. Что за лаги? Я перезапустил игру. Перезагрузить. Уровень 99. Мой мир. Продолжить. Что произошло? Ё-моё. Кажется... Что-то вмешалось в игру. Эй, а я могу двигаться? Так было задумано. Специально выбросил меня из игры. А почему я не могу тут... А, что это такое? Это сохранялка? Сохранить, вернуться. О, что? Что это? Файл стёрт. Цветок. Кто это такой? Боже мой. Приветик. Это я, Цветик. Цветик-цветок. Я тебе крайне благодарен. Ты довольно сильно ранил этого старого дурака. Если бы не ты, я бы никогда... Его не одолел. Но теперь, благодаря тебе, он мертв. И я заполучил человеческие души. Шок. Да уж. Так долго я был пуст. Это чудесно, снова иметь душу внутри себя. Я могу ощущать их... Дрожь. О, ты ведь чувствуешь себя покинутым, не так ли? Что ж, это замечательно. В конце концов, у меня только 6 душ. Мне всего еще нужна еще одна душа нужна. Прежде чем я стану богом. И тогда с моими новыми силами монстры, люди, все... Что все? Я покажу им настоящую суть этого мира. Да, и забудь о побеге. В свой старый файл сохранения. Он исчез навсегда. Но не беспокойся. Твой старый друг Цветик придумал для тебя замену. Я сохранюсь на моменте твоей смерти. И тогда ты сможешь наблюдать, как я разрываю тебя на кусочки снова и снова и снова. Боже. Что? Ты серьезно думаешь, что сможешь остановить меня? Хе-хе-хе. Ты действительно идиот. Это что, сейчас новый какой-то бой будет? Так, что это такое? Что за сердечки такие? Мы сейчас будем... О-о-о-о-о! Что за лапы тянутся сверху? Это что такое? Это что за гнида такая вылазит сверху? Не могу поверить, что это... Боже мой, какая-то каракатица! Эй, что это за жук такой? О, смайлик! Ты кто такой будешь, а? Глаза вылупились такие. О, боже мой! Вот это жесть! Жесть какая! Боже, с него какие-то вылазят... Файл сохранен! О! 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 Что делать? Мои жизни! Стреляй, стреляй, стреляй! Как не... Как не... В рот лезем, в рот к нему. Я к нему в рот залез. Бум, 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 бум. Битва, битва. Одну жизнь у него забрал. Кажется, я погиб. Я не успел сообразить, что тут происходит вообще. Игра окончена. Файл сохранен, писала. Это всего лишь плохой сон. Что это за...
Ересь, и ты никогда не проснешься. Жесть. Ой, что происходит? Что это такое? Опять меня с игры выбросил, да что же такое? Открываю снова игру. Открываю. Хи-хи-хи-хи-хи, пишет нам. Хи-хи-хи, что за хи-хи-хишеньки, хихоньки-хахоньки. Ты действительно думал, что я буду удовлетворен, убив тебя только один раз? Опять? Сколько раз он захочет меня уничтожить? Это нечестно. Что это за нечисть такая? Сколько раз он должен меня уничтожить? Это жесть какая-то. Так. Опять лыба эта сверху. Фух, так, ну а что теперь делать? Куда мне деваться? Он снова надо мною смеется. Куда мне прятаться от него, чтобы я не погиб? Руки его не выпускают меня. И файл стоит сохранен. Ой, он меня постоянно пытается... Ухожу. Ой, пытаюсь увернуться от этих вот лучей. Битва. Оп, я нажал на кнопку битва. Ой, я не могу вернуться никак. Ой, как он жестко атакует. У него... Его атака очень сильна против меня. Я не могу справиться. Огнем поливает меня, пытается поджечь. Внимание! Что внимание? Внимание. Что значит внимание? О, что? Я выжил? Что происходит? Ножи летят, ножи. Черт, ножи, боюсь, ножой. Действие. Оп! Вы зовете на помощь. Кого я зову на помощь? Ножи меня лупят. Почему он... Крутится в обратную сторону, все. О, хпшка. Я зову на помощь сердечко в телевизоре. О, я выжил. Бомбы. Ой, какая жесть творится в этой игре. Я не ожидал. Мухи летят. Мухи, проваливайте. Мухи. Битва, оп. Нажал на битву. Ой, лазеры. Ой, что за летают ромашки какие-то непонятные. Боже, какой психодел творится в этой игре. Я выжил? Внимание. Опять внимание. Внимание, говорит. Германия. Опять руки летающие. Мне нужно добраться до помощи. Они же меня сейчас сожрут, эти руки. О, больно. В центр. Быстро. Опа, есть. На помощь вызываю, пожалуйста. Быстрее. Мне нужно... О, собирай. ХПшка. Это все ХП, это все сердечки. Ну уже. Я не успел собрать все. Ай. Файл, там что-то пишут, не вижу, не могу прочесть. Мне нету жизни, как оно сыпет с меня. Внимание, опять внимание, у меня не стало жизней. Какое еще внимание, у меня не стало вообще ХП. Ой, что это такое? Ботинки, балерина. Топ-т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 оп. Балерина пошла какая-то, боже, какой психодел. Кто эту игру делал? Оп. Действие, оп, есть. Вызываем на помощь. Ну уже, зеленый цвет, где он? Мне нужны зеленые. О, нотки. Но я не собрал все до конца. Опять бомбы падают. Ой, бомбы. Пытаюсь увернуться. Нет, я сейчас погибну. Он выпускает эти постоянно белые штуковины. Я не успеваю. Битва. Опа, нажал. Я не могу уворачиваться. Лазеры. Ничего не вижу. Ой, боже ты мой, бьют меня. Внимание. Опять внимание. Что на этот раз? Только не что-то сложное. У меня не хватает уже силы с этим справляться. Так, что это? Ненависть. Кошмар. Буквы летают. О, действие вверху. Действие. Я не успел! На действие я не успел! О, черт, это была моя глупая ошибка! Меня сейчас замочат эти штуки! О, боже мой, я не успел на действие! Игра окончена! Это всего лишь плохой сон! Ты никогда не проснешься! Жесть какая! Опять эти буквы полетели! И что теперь, меня снова с игры выбросит? Откуда мы будем начинать драку? Да, меня выбросило снова с игры, это какая-то жесть.
ты жалок, человек, теперь ты действительно умрешь. Боже мой, я который раз уже игру перезапускаю. Тут такой трешняк постоянно происходит, что у меня уже... Я даже не знаю, что это, как с этим всем бороться. Так, опять эти вот бомбочки полетели. С какого момента мы начинаем, без понятия. Ай, бьют меня постоянно эти зеленые штуковины. Мухи, мухи. Битва, нажал на битву. Ай, стреляют. Ай, уворачиваться пытаюсь. Ой, лазером стреляют. Бомбы, бомбы, пошли бомбы. Бомбы, атакуют. Атакуют бомбы. Прячемся от бомб. Внимание, о, сейчас нужно будет как-то укрываться. Бомбы, бомбы, бомбы. Что там? Что сейчас? Буквы? О, буквы. Хорошо, с того момента мы прошлый раз тут погибли. Хорошо, все под контролем, по идее. Где? Действие должно быть. Оп. Действие. Мне нужно действие. Вот оно. Оп. Есть. Вызываем на помощь. Помощь. Пожалуйста, помощь. Быстрее. Мне нужно зелень нужна. Зелень. Еще зелень, пожалуйста. О, мало зелени. Мне нужно... Ой, опять эти звездочки. Боже ты мой. Какая же колбасня тут происходит в этой игре. Я пытаюсь уворачиваться постоянно, но оно меня стреляет этими... Я пытаюсь со всех сил. Мне не получается увернуться. Где же битва? Внимание. Опять внимание. Хорошо. Я готов собирать хпшку. Давай. Что на этот раз? Так, какие-то... Огонь какой-то. Ой, сбрасывают на меня огонь. Да сколько же можно меня поджигать? Боже, какая же это жесткая игра. Ай. О, действие. Опа, есть. На помощь, пожалуйста. Дайте зеленого что-то. Что-то зеленого, пожалуйста. Вот, о, собираем конфетки, пряники. Или что это такое падает сверху, не знаю. Печенье какое-то, наверное. Бомбы опять. Бомбы. Все. Ой, мухи, пошли мухи. Уворачиваемся. Опять звездочки, это ужас какой-то. Битва. Нажал. Ой, еще сильнее начало все крутиться. Круги какие-то непонятные. Куда мне деться? Боже, огнем меня поджигают. Внимание, внимание. Фух, тут можно будет подлечиться, по идее. О, боже ты мой. Так, пистолеты стреляют. Прицел, вижу. Надо убегать в раз сторону, в эту сторону. Вроде бы все несложно. Ну нет, только не это. Оп, вверх, действие. Наверх. Опа, нажал. Вызываем на помощь, вызываем. Где? О, давай. Да что ж такое сердечко? Оп. Давай. А, почему так мало хп мне дали? Так, что это теперь? О, ту-ту-ру-ту-ту. А что, мне брать их надо? Не знаю, я в середину залез. Это так нужно? О, хп. О, магнитики всякие, лайки, цветочки, лайки, музыка. О, сука, много жизней. Спасибо вам, сердечки, спасибо. Восстановили. Опять этот. Защита цвет понижена до нуля. Хорошо, защита понизилась. Ой, он как-то... Битва, нажал. О, пластырь, битва. Ох, как мы его хорошо лупим. Слушай, ой, еще жизни немножко. Еще. Бьем, битва. Бьем, еще битвы. Мелодию подхватил. Еще битва. Давайте мне хп побольше. Битва. О, мелодия. Есть. Битва. Сколько у него там жизни осталось? Ой, у него так много жизни. Еще немножко. Бум. Он как будто бы какой-то котик. Мурчит. Мурчит постоянно. Ой, начал сильнее стрелять. Бомбы пошли. Ой. Битва. Нажимать надо постоянно. Ай, боже мой. Что за ерунда? Ай. Вера. Битва. Мелодия, дайте мне хп. Битва, нажал. Какая же... Вера, битва. Ай. Бью. Вера, битва. Я сейчас взорвусь, чертям. Битва. О, лайк, большой лайк. Битва. Ой, не надо меня. Битва, глазик. Схватил глазик, битва. Боже, мне сейчас сердце взорвет от этой игры. Битва, нажал. Дайте жизни. О, есть битва. Нажал. Мухи. Оп. Битва. Нажал. Битва. Жесть. Бьем. Мелодия. Все. Я победил его. Экран дрожит.
Боже, я сейчас всю клавиатуру не сломал. Нет, нет, кричит монстр. Это жесть какая. Я в шоке с этого всего, что здесь происходит. Он взрывается, кажется. Или что с ним происходит? Не, он двигается, он еще дышит. Смотри на него. Глаза трусятся. Шипы его двигаются. И чего? Этого не могло произойти. Ты. Файл загружен. Что я? Ты идиот. В смысле? О! Что ты творишь? Он меня бьет лазером этим своим. Файл загружен. Боже мой, это какой-то хоррор прямо. Я в шоке с этой игры. И чё, я двигаться могу? Хи-хи-хи. Ты всерьез думаешь, что ты можешь одолеть меня? Я бог этого мира. А ты? Ты безнадежен, безнадежен и одинок. Черт побери, ведь это точно. Твои никчемные друзья теперь не смогут помочь тебе. Кричи о помощи. Попытайся. Реви во тьме. Мамочка, папочка, кто-нибудь помогите. Видишь, никакой пользы. Действия. Вы зовете на помощь. Так, и кого же я зову на помощь в этот раз? Так, тишина. Но никто не пришел. Да уж, как жаль. Никто. Не удивит, как ты умираешь. Никого не удивит, как ты умираешь. Я могу двигаться, по крайней мере, это радует. Сужается кружочек. О, я восстановил себе хп каким-то образом. Что? Я тоже это спросил. Как ты? Что ж, я просто... Ошибка загрузки. Что мне надо теперь сделать? Что? Где мои силы? Опа, сердечко, оп. Души. Вот одно сердечко. Что они делают? Они сужаются. О, боже ты мой, нет! Что? Вы должны подчиняться мне! Прекратите, прекрати это! Прекрати! Монстр психодельный был наказан нелобопом. А ты чё думал? Так, это тот цветок, это он управлял этим монстром. Битва. Не, ну мы щадим. Мы с вами на пощаде играем. Что ты делаешь? Ты всерьез думаешь, что я что-то извлек из этого? Нет. Все равно пощаду. Эта пощада ничего не изменит. Убить меня единственный путь покончить с этим. Нет, я пощажу тебя. Если ты позволишь мне жить, я вернусь. Не пофиг, я тебя еще раз накажу. Я убью тебя. Не пофиг, я тебя еще раз... Я убью всех. Ну, мне все равно. Я убью всех, кого ты любишь. Ничего ты не убьешь. Я тебе потом твои лепестки пообрываю. Пощада. Еще пощада. Почему? Покачину. Почему ты так добр со мной? Потому что я играю на таком... Я не понимаю. Подрастешь, поймешь. Не понимаю. Еще. Я просто не могу понять. Ты-ты-ты-ты. Цветик убежал. Он ушел, но обещал вернуться, походу. Так. Это я уже игра пошла, походу. Какие-то двери. Куда они нас приведут? Undertale. Это концовка или нет? By Toby Fox. Toby Fox. Окей. Timmy Chang. Logo Design. Это конец игры? Я прошел всю игру? Вау. Походу мы до конца игру прошли с вами. Monster Design. Майк. Это авторы, кто игру сделал. Походу. Ну... А как это заключение? Ну и цветока я завалил этого. Опа, так, звонок. Нет, это не конец игры. Хей, меня кто-нибудь слышит? Что ж, я просто оставлю сообщение. Так, это Санс. Итак, прошло немного времени, королева вернулась и теперь правит подземельем. Она установила новые правила. Все люди, которые... упадут скоро, будут считаться не врагами, а друзьями. В любом случае, это изменение к лучшему.
Человеческие души, которые собрал король, кажется, исчезли. Так что, этот план в скором времени не осуществится. Но несмотря на то, что народ убит горем из-за короля, а в будущем мы можем так или не получить свободы. Королева все же пытается дать нам надежду и не дает сдаваться. Так что, даже если ты тут внизу, не сдаемся, то и... Если мы даже не сдаемся, то и ты не смей сдаваться, где бы ты ни был, окей? Кто знает, сколько времени нам понадобится, но мы выберемся отсюда. Сан, с кем ты там разговариваешь? О, ни с кем. Что, ни с кем? Могу я тоже с ним поговорить? На, развлекайся. Погоди секунду. Я узнаю этот номер. Внимание, человек. Я великий Папирус. Теперь капитан королевской стражи. Это все, о чем я когда-либо мечтал. Ну, кроме того, что мы вместе просто поливаем цветы, а не бьемся так, что почти ничего не поменялось. А еще мы помогаем доктору Альфис с исследованиями. Она собирается найти способ вытащить нас отсюда. Андайн тоже ей помогает. Правда, то, как она помогает, немного взрывоопасно. Но я думаю, Альфис нравится, когда она рядом. Хо-хоу! Эй, чем занимаешься, сопляк? Аргх! Пожалуйста, не трогай телефон. Эй, ты забыл, кто здесь главный? Я... Хо-хо-хо, да, точно ты! Я оставила свою работу в качестве рукоделья королевской стражи. Но на самом деле, так как нам больше нет нужды сражаться, королевская стража была полностью расформирована. Теперь, здесь только один ее член. Но он экстремально хорош. Да, он хорош. Иди-ка сюда. Пожалуйста, не трогай скелета. Как бы то ни было, теперь я помощница в лаборатории Альфис. Мы пытаемся найти способ свалить с этой свалки раз и навсегда. Ах да, еще и работаю учителем физкультуры в новой школе королевы. Ты знал, что я могу поднять 7 детей? Здорово, правда? Эй! Я сожалею о том, что случилось с Асгором. Ты просто сделал то, что должен был. Это не твоя вина. Он, ах, черт возьми. Я скучаю по здоровяку. Блин, Андайн, завязывай с этим. Я полагаю, что мне следует рассказать тебе, как поживает Альфис. Ну, у нее все так же, как и всегда. Может, она стала даже чуть более замкнутой, чем обычно. Похоже, что ее действительно что-то сильно беспокоит. Но она сможет пройти через это. Ведь я поддерживаю ее, для этого и нужны друзья, верно? В общем, где бы ты ни был, я надеюсь, что там лучше, чем здесь. Ведь тебе пришлось многих принести в жертву, чтобы добраться туда. В общем, где бы ты ни был, постарайся быть счастливым, хорошо? Ради нашего общего блага. Мы будем чувствовать себя лучше, зная, что наши беды того стоило. Мы все с тобой, все, даже королева. Так, эй, погоди секунду. Тариэль, ты... Хочешь? Эх, она говорит, что занята. Но если бы она знала, с кем мы сейчас говорим, то мы бы не получили телефон обратно в ближайшие пару часов. Мы имеем милость спасти тебя от нее. Но ты звони в любое время, хорошо? Она любит поболтать. Ой, упс. Похоже, у этой штуки почти закончилась батарея, так что ненавижу прерываться, но еще увидимся, хорошо, приятель? Пока-пока. Увидимся, мелкий. Щелчок. Пумц. Мелкий меня обозвали еще в конце. Так, ладно. Я это им запомню. Опа, цветочек. Приветики. Почему ты отпустил меня? Ты разве не понимаешь, что быть хорошим — это очень больно? Взгляни на себя. Ты завел здесь только отличных друзей, но теперь ты, возможно, никогда не увидишь их вновь, не говоря уже о том, как сильно они привязались к тебе. Больно, не так ли? Если ты только что прошел через это все, не заботясь ни о ком, тебя не должно ничего тревожить. Так что я не понимаю, если ты действительно сделаешь все верно, то почему все закончилось именно так? Почему жизнь действительно так несправедлива? Слушай, что...
Что, если я скажу, что я знаю, как получить концовку получше? Тебе нужно загрузить твое сохранение. И между делами, почему бы тебе не подавить ДР, не повидать ДР Альфис? Тогда бы можно было завести лучших друзей. Кто знает, может, у нее есть ключ от твоего счастья? Увидимся! И цветочек спрятался. Интересно получается. Давным-давно две расы правили землей. Undertale. Продолжить нажимаем. Сохранить файл. По-моему, игра продолжается. Но с этим делом мы с вами всем разберемся уже в следующей серии, потому что серия сама по себе получилась и так огромная. Надеюсь, вам нравится, как я ее прохожу. Ставьте лайк, поддерживайте. И совсем скоро, наверное, через день или даже завтра выйдет продолжение. С вами был Ниломоб. Мы играли в Undertale. Всем пока-пока.